Привет, друзья! Сейчас мы находимся в финансовом хабе Дубая под названием DFC, что расшифровывается как Dubai International Financial Center. А я сейчас не один, я со своими друзьями. Позвольте мне представить их. Артём. Hi, guys. И Мария. Несмотря на то, что Артём поздоровался на английском, он также говорит на русском. Именно так. Я русскоговорящий. На самом деле DFC является не только лишь финансовым центром, но также и хабом самых лучших и дорогих ресторанов в Дубае. Здесь вы найдете такие рестораны, как Роберто Чиприани, Зума, Ля Пяти Мизон, а также некоторые другие бренды, которые не столь широко известны, но не менее яркие. Мы ожидаем открытия Gate Avenue, это новая интересная прогулочная зона в Дубае. Которая будет пестрить тоже интересными ресторанчиками, заведениями. Поэтому мы с нетерпением ждем ее открытия. Сейчас же в DFC проходит арт-выставка. И такого рода мероприятия в Дубае проходят практически каждый день, если отслеживать мероприятия по ссылочке visitdubai.com. Если потребуется телефон Маши, то вы его найдете тоже под ссылкой. Здесь по ней ссылочка появится, если вы будете день ее примонтировать. И такого рода мероприятия проходят в Дубае практически каждый день. Каждый день. Безумно увлекательное мероприятие. О, боже.